Карагандинском регионе не утихают коррупционные скандалы. Новым фигурантом стал заместитель акима Абайского района. В областном департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции подозревают, что Марат Бимагамбетов незаконно выделил земельный участок жене для строительства дома. Затем, по версии следствия, чиновник выдал квартиру из госфонда родной сестре, которая на тот момент уже имела собственное жилье. По делу бывшего заместителя акима Абайского района возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование уже закончено. В ближайший срок материалы будут переданы в суд.